Marie, Limón, Company, Marie. Может быть там чего-то уменьшилось? Минут два? Два. Поймали. Понимаю, Мария. Не знаю, как. Я поправлю нашу кушу. Зависает лето. А? Зависает лето. Как подвисает? Все то же самое. Там иногда что-то подвисает, меня подвешивает. Вот так типа замирает на секунду. Давай. Я все время не смотрю, конечно, но пока нет. Как ты не смотришь на эту прекрасную картину? Она, кстати, такая... Знаешь, раньше были такие лампы с тоненькими... А, вот, подвисла. Сука. Вот, то с тоненькими такими прутиками, и наверху прутика, ну, светодиоды. Такие маленькие лампочки горели. Вот очень похоже на тебя. Что, знаешь, такую лампу было модно. Какой-то там лет так 25 минут. Там не такие типа как молнии, что ли? Что такое молнии? Да нет. Ну лампа, от нее вот так пучком шли такие прутики тоненькие, беленькие. И на концах этих прутиков маленькие, как лампочки такие цветные. Вот как твои. И если свет выключить, вот светится они точно так. Блин, не понимаю, почему подвисает. Потому что это был у тебя старый ЭВМ. Когда ты это разрабатывал? Лапки-лапки. Ну, может, не надо все подряд, ты все-таки фильтруй. Я тоже думал, надо же выбрать лучшие. А потом я смотрю, у меня все просто шикарные. У меня просто все идеальные треки. Нельзя никакой отбросить. Я только вот эти отбросил, потому что это кавер-версия. Все равно, что ребенка показывает. Не, ну знаешь, там есть 10 треков, короче, совсем старых. Даже меньше, наверное. Ну не, ну да, 10 треков есть. Но они не очень. То есть они такие совсем примитивные. Да, 10 треков. Но они так далеко будут. Ну, то есть, короче, какая разница, 130 или 120. Вот. Поэтому я их решил. Я их все равно в самую задницу засовываю туда назад. В самый дальний угол. Блин, не понимаю, почему виснет. Не нравится. И что, он постоянно виснет, да, вот так? Не знаю.
глюк эмулятор, мне кажется. А ты понимаешь, что вот этот экран, который сейчас вот отображается в этом уголочке, это на самом деле раньше был экран моего ноутбука. А, ну ноутбук, кстати, наверное, не помню. Ну да, ноутбук, наверное. Ну вот. А потом экран компьютера был такой. Это вот все экран компьютера был. Ну, примерно вот такой был экран. Ну, такой небольшой. Ну, такой. Вот. Ну, побольше. Блин, опять завис, сука. Слушай, а я-то знаешь, кстати, я подумал. Я в этом году, с февраля, начал играть в Сиквиз постоянно. Я играл вот по дороге домой. Не, ну в этом году я вот резко начал играть. В прошлом году тоже. Ну, у меня же новая тема стала. Я стал играть по дороге. Я стал играть по дороге там домой, на работу. С работы домой. С работы в дом. И так далее. Вот. И, короче, доигрался до августа. Играл, получается, 6 месяцев. А потом в августе я занялся прослушиванием структур, то есть форм. Я слушал произведение. Вот. Вот, и короче, сейчас я формой позанимался, послушал форму, а потом я понял, что я, ну, как бы, все, я наслушал. Очень хочу. Надо подумать, что дальше. Пока я... Слушай, ты теперь думаешь, что будешь делать? Ну, не знаю, пока, может играть. Полетал? Не понял, где телефон. А, он, наверное, я его так и не доставал, кстати, это подарка тоже сегодня прикол. За целый день? Ну так положил на фронте в рюкзак, так что фронт не вставал. По дороге не вставал. Обычно я все время его кручу, кручу.
не сдохли? Прикольно. А знаешь, почему все время красных меньше, чем фиолетовых?